Минувшие сутки для актюбинских полицейских выдались относительно спокойными. Информационное пространство города захлестнуло лишь одно происшествие. Оно относится к поимке несовершеннолетнего подозреваемого в убийстве собственной матери. По одной из версий правоохранителей, 17-летняя девушка организовала убийство матери, и при этом у нее, возможно, был сообщник. По данному факту начато досудебное расследование по статье 99 Уголовного кодекса Республики Казахстан «Убийство». Двое подозреваемых – это 17-летняя девочка, школьница, и ее 19-летний знакомый. Водворены в следственный изолятор, проводится расследование. Иная информация в рамках расследования уголовного дела разглашению не подлежит. И если от совершения уголовных преступлений некоторых подростков удержать не удается, то вот ситуацию с нарушением молодежи административного кодекса полицейские стараются сводить к минимуму. В частности, по республике сейчас действует акция «Внимание, дети», в рамках которой правоохранители проводят профилактические беседы со студентами колледжей и вузов, а также усиляют надзор за всеми участниками дорожного движения. По результатам за период проведения акции пресечено более 3000 нарушений в сфере дорожного движения, в том числе грубых нарушений правил дорожного движения. Помимо этого пресечено 128 фактов нарушения правил перевозки детей, в том числе неиспользование детских удерживающих устройств на передних сиденьях автомобиля. 151 водителей наказаны в административном порядке за непредоставление преимущества в движении пешеходам, и 84 водителя нарушили правила проезда перекрестков. Влад Рогушев, Сергей Калашников, программа «Факт».